Ульяновские медработники отправили новогодние подарки маленьким пациентам Лутугинской районной больницы. Уже несколько месяцев региональный Минздрав совместно с ульяновскими медучреждениями поддерживает коллег из ЛНР. Ранее луганские медики уже получили медицинское оборудование. Это цифровой флюорограф, электрокардиограф и аппарат УЗИ. В преддверии Нового года нами было принято решение о направлении детишкам, находящимся на лечении в Лутугинской районной больнице, а также детям медицинских работников, которые трудятся в данном медицинском учреждении, новогодних подарков, сладких новогодних подарков, канцтоваров, и также помощь лечебному учреждению были направлены дополнительные медикаменты и продукты питания. К сбору гуманитарной помощи подключились сотрудники всех медучреждений региона.